Ульяновской области продолжается реализация приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Строительство новых и ремонт уже существующих 24 участка длиной в 63 километра готовят к сдаче уже в этом году. Столь масштабный проект не обходится без тщательного контроля. Пока ревизоры проверили только 3 участка дорог регионального значения. Комиссионный осмотр проводят сотрудники Федеральной экспертной службы «Волговятск-Управдор». Будут проверять совместно с органами федерального. Федеральные автомобильные дороги будут проверять наши объекты, которые находятся на стадии ремонта. Объезд эксперты начали с Чердаклинского района. 2,5 километра дорожного полотна, который соединяет поселок Чердаклы с селом Янганаево, почти готовы. Осталось разровнять обочину и нанести горизонтальную разметку. Профессионалы осмотрели внешний вид асфальтового покрытия. Замечаний к подрядчикам не последовало. Также провели замеры проезжей части. 7 метров в ширину точно соответствует ГОСТу. Пока у нас предварительный выезд, пока мы проверяли просто геометрические параметры выполненных работ. В дальнейшем, по итогам завершения работ, когда полностью участок будет завершен, будет выполнена геодезическая съемка. Как покрытие, так и обочин, так и земляного полотна. И это только начало экспертизы. Как покрытие усядется, со всех обновленных дорог будут взяты образцы для лаборатории. Необходимо это для того, чтобы проверить покрытие на твердость и износоустойчивость. Лабораторный анализ проведут в октябре, когда все пути сообщения будут полностью готовы. Объектов масса, подрядным компаниям точно есть чем заняться этим летом. Ведутся работы на автомобильной дороге подъезд к городу Ульяновску от М5 «Урал». 14 километров будет выполнена работа по усилению дорожной одежды, устройству барьерного ограждения. Также отремонтированы в рамках проекта 6 водопропускных труб и 2 моста. С 30 июня рабочие трудятся и на президентском мосту. Дело уже близится к завершению, так как ремонт косметический и не занимает много времени. Дорогу, соединяющую Старую Майну с селом Красная река, тоже осмотрели. На почти 2 километрах все еще оживленно. Дорожники заняты укреплением обочин. Компания-подрядчик должна сдать объект 20 августа. Впрочем, со сроками не должно быть проблем. Финансирование внушительное. На 24 участка путей выделено более 551 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, Новости Ульяновск. Правды.